В Костанае открыли новое производство по переработке гречихи. 15% продукции планируют поставлять на внутренний рынок. Артем Грапов об усилении продуктовой безопасности. Каждую минуту с этой линии сходят 3 мешка готовой продукции. Завод по переработке гречихи разместили на 5 этажах. По своим масштабам он является единственным в Северном Казахстане. Здесь установлено самое технологичное оборудование, которое специалисты называют уникальным. Уникальность стоит в том, что у нас использованы новые технологии, в том числе автоматическая пропарка и просушка крупы, которая дает в конечном итоге более высокое качество визуально и более высокие потребительские свойства этой крупы для человека. Цех будет работать практически в автоматическом режиме, а работники здесь в качестве наблюдателей. Кстати, на заводе установлены самые современные системы контроля качества. Идет проверка не только входящего сырья, но и уже готовой продукции, которая должна соответствовать ГОСТам. Идут 3 параметра – это влажность, сор и зерновая примесь. Большую часть сырья будут закупать у отечественных поставщиков. Что касается объемов производства, то ежегодно на предприятии планируют выпускать 16 200 тонн продукции. 15% будут поставлять на внутренний рынок, остальное пойдет на экспорт. На данный момент у нас есть договора о поставках. Это будет Азербайджан, Россия, Узбекистан, Таджикистан и планируем еще Афганистан. Проект вошел в карту индустриализации страны. Его строительство и оборудование обошлось в 700 миллионов тенге. Новое предприятие обеспечило работой 35 человек. Артем Грапов и Сергей Трахтенберг. Итоги дня. Костанай.